Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео хотелось бы запустить SpinTiles на слабом ПК. Я уже запускал на среднем ПК, ссылка будет в конце на экране. Но пока давайте на слабом ПК. Напомню, ну давайте в игре я расскажу, что за проект. Но пока очень положительные отзывы. Это симулятор внедорожника, грузовика, всевозможных самосвалов для перевозки всего, чего бы то ни было. В условиях просто дикой природы и полного бездорожья. Ну давайте об этом больше в игре, но пока системки. Итак, минималки Windows XP всего лишь игре нужно. Двухъядерный проц какой-либо, 2 гигабайта оперативки, 9600 GT видеокарта. Я буду запускать на AMD FX6 300 проц, 6-ядерный, но 2 ядра отключил, то есть 4-ядерный проц, 4 оперативки, 10 гиг файл подкачки. Вот, то есть стандартно везде ставлю, тоже ставьте стандартно, чтобы не думали, что как-то уж сильно влияет на что-то, 8, то ли 10. Ну, хотя немножко влияет, но это уже, если вообще большая нехватка оперативки. 550T видеокарта с 1 гигабайтом DDR5 памяти. Значит, вот эта видеокарта 550T, я на ней запускаю это, чтобы вы ориентировались. Вот все, что лучше нее, все, что хуже, аналоги от Radeon, встроенные карты. Да, еще дополню, сюда поставлю мобильные, нужно обязательно карты поставить, а то вы часто пишете в группе ВК, что какая аналог ее, чтобы ориентироваться. Да, обязательно дополню эту статейку. Табличка эта будет доступна по ссылке в описании, стройка слабая ПК для игр. Также там советы и рекомендации, потому что я отключаю перед запуском игр, чтобы лучше они работали, шли и так далее. Подобное. Все, давайте все отрубаю, захожу в игру. Так, ну что я в игре? Давайте по-быстрому настроечки. Так, что у меня здесь? Секунду. В общем, все максимум. Давайте посмотрим. Я, кстати, запускал на среднем ПК. 6 ядер, 12 оперативки, 7870 видеокарта. Да, там шло все просто огонь. Но мне интересно, смогу ли я на 4 ядра, 4 оперативки, 560T видеокарта поиграть Full HD. Понятно, что смогу, но какие будут настройки? Ну, давайте я пока так все и оставлю, как и было со среднего ПК. То есть 1120 на 1080. И плюс все на максимум. То есть вроде бы все. Все на максимум, давайте захожу в игру. Так, ну что, я в игре, вот он этот суперский симулятор всевозможных... с ручника сняться обязательно. Так, значит, вот такие вот дела. То есть здесь возможные внедорожники, очень много машин всевозможных, погрузчиков и так далее и тому подобное. Более того, если у вас... Ну это я на лицухе, кстати, играю. Если игра вас затянет, то можно купить лицуху, кстати, есть на распродажах всевозможных и так далее, и с другом тут перевозить какие-то грузы. То есть, смотрите, здесь всевозможные бездорожья. Ну, это если кто-то не знает. Я понимаю, что многие играли, но если кто-то не знает. Смотрите, то есть я сейчас вроде бы еду по дороге. Вроде бы все норм, вполне себе можно ехать. Ну, ладно, хорошо, давайте. Причем с другом, допустим, везете какой-то лес куда-то или еще что-то. Кто-то застревает в грязи, нужна лебедка, нужно еще как-то подтолкнуть. Вот, смотрите. Ну, пока еще терпимо, здесь нету грязюки, кстати, такой уж большой, такая, я даже еще не застреваю. Допустим, если я где-то здесь застреваю, то здесь, ну, как и принято у грузовиков всевозможных, то есть у меня вот есть и дифференциал могу включить, и полный ход, полный привод, как видите. Ну, пока, кстати, грязюки нету, сейчас дайте-ка я секунду, чуть дальше проеду, грязюку найду. Так, ну что, немножко выехал я из того леска. Смотрите, значит, у меня даже видно здесь колеса подспущены. То есть особенно это для тех, кто любит там технику и так далее и тому подобное. То есть все возможные эти симуляторы там и фермеры. Ну здесь не обязательно именно фермера. Смотрите, все, вот я застрял. Только немножко проехал, все, здесь ну, полная грязюка. Застрял, что делать? Смотрите, слева у меня есть различные функции. Это дифференциал, давайте сначала врублю дифференциал. Q врубил, то есть колеса крутятся по-разному, с разной, так сказать, частотой. И это уже подталкивает, так сказать, дает больше ход. И вот видите, я выехал из грязюки. Ну, давайте сейчас отрублю дифференциал. Смотрите, диф слева отрубил. Давайте сейчас попробую проехать. То есть здесь очень круто, нужны задания. То есть можно проходить часами, просто проехать там пол, знаете там. Казалось бы, это пусть будет 10 километров, но по такой дороге это просто часы. С друзьями просто огонь, если честно говоря. Более того, когда уже не можешь выехать, а иногда просто не можешь. Все, не доехал и все. Такие дела. Так, я немножко что-то застрял тут в ямках. Так, дифференциал. Тут, наверное, полный привод. Все колеса подрубил. Отлично, проехал дальше. Так, давайте по мониторингу. Ну, как видите, очень требовательная игра. Красивая, приятная графика, природа. Физика просто замечательная, потому что изначально игра была как демка, демонстрационная. Но в итоге игроки увидели, заценили и попросили сделать полноценную игру, просто бомба. Смотрите, какая физика, как все работает, движется, просто офигенно. И в том числе офигенно работает на слабом ПК. Я, конечно же, еще запущу на супер слабом ПК и посмотрим, как на супер слабом будет работать.
Так, вот здесь, кстати, я лес уже могу подобрать. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Так, лесоповал. Секундочку. Что я здесь могу сделать? Как это его тут... Ну, обычно не получится у меня. Ну, ладно, давайте пока дальше проеду. Так, точка создать погрузки. Так, точка погрузки. Секунду. Так, ну что, такие вот дела. По мониторингу, да, видеокарта просто, блин, не понимает, куда попала, на 100% прогружена, но FPS в том числе замечательный. 45 FPS на таких настройках. Опять я подзастрял, давайте врублю дифференциал пока. И должно пока пойти дальше. И давайте полный привод тоже врублю. Ладно, пока отрублю. Так, значит, видеопамяти очень мало жрет, всего лишь 264 мегабайта сейчас. Проц очень тоже, 4 ядра здесь просто по шею, по горло. Больше, конечно, здесь нагрузка на видеокарту. Кстати, смотрите, в какую грязюку заехал. Вообще, по целому колесу сейчас уйдет. Все, казалось бы, ну как выехать, как... Кстати, здесь еще лебедка есть, все дела. Чуть что подцепиться к дереву, к какому-то попытаться выбраться. Так, оперативки жрет все лишь 890 с подкачкой 2. То есть 2 гигабайта даже что-то на максимальных настройках 2 гигабайта оперативки должно хватить. Поэтому если у вас 2 и меньше 2, то ставьте все-таки файл подкачки. А так вполне себе норм. FPS 40+, хотя здесь геймплей не такой суперско быстрый. И даже 30-ки бы хватило. Но даже на таком слабом ПК 4 ядра, 4 оперативки, 550T видеокарта можно получить на Full HD, полные настройки врубить, получить офигенную графику, классную природу. Вообще даже, я бы даже сказал, что эта игра, как знаете, медитативная расслабуха. Просто приятно сидишь себе, ковыряешься в грызуке этой. И, ну, особенно с другом, если вообще просто замечательно. Ну, для начала можете сами пока пробовать, а потом, возможно, вас затянет. Все, в общем-то, игра крайне нетребовательна, даже на слабом ПК вполне себе можно поиграть. Все, на этом пока все, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе. Вступайте в группу ВК, там вы можете предлагать свои игры на тест, или вообще что-то спрашивать, уточнять, рекомендовать. На этом пока все, с вами был Алекс и сайт mpc.by. Так, немножко сейчас выиграл. Офигенно, просто молодец. Так, ну все, перехожу к другим тестам. Спасибо за просмотр.